Доброе время суток, друзья! С вами канал Прохождения с Михаилом. Давно у нас не было с вами роликов. Этот ролик немножко странный, такого еще не было формата у меня. В трех словах я буду делать реакцию на свое старое прошлое. Я буду делать реакцию на свой старый контент, на свое раннее творчество, так сказать. И я подобрал случайно тут пару видосов, как-то случайно их совсем нашел, даже не помнил доселе о ихнем существовании, да. То есть мне вот, я их специально смотреть не стал, одно видео где-то там секунд 30 посмотрел, понял, что на это можно реакцию сделать, потому что я даже не помню, что я такое творчество делал, да. Не, ну как бы в парадигме все будет геймплея, то есть в парадигме летсплея сталкера все будет как бы. То есть, вот, игровая такая тематика, но как вот я вел этот летсплей, посмотреть там в 2018 году, да, 2019, сколько это лет уже прошло, друзья, посчитайте, напишите в комментариях, да. То есть, это, мне кажется, будет интересно. В общем, что, затягивать видос я не буду, сейчас мы непосредственно будем уже начинать. Первое видео я хочу вам показать, которое я его посмотрел ровно 30 секунд и понял, что на него можно сделать реакцию, да. Я хочу вот кринжануть себя или наоборот скажу, что раньше было лучше. И вы, друзья, тоже, если посмотрите, то пишите вообще, что и как. Вот, посмотрим, либо я себя кринжану, либо скажу, что было лучше раньше, либо там, не знаю, что произойдет, но реакцию мы сейчас, в общем, сделаем. Так, в общем, друзья, первое видео у нас без вебки, поэтому я свою вебку никуда убирать не буду сейчас. Ну и, в принципе, друзья, поехали. Первое видео у нас на подходе, у меня уже руки чешутся. Я не знаю, блин, ну знаете, вот это, чтобы делать реакции, надо в моменте их записывать. А я, эта идея мне пришла, вот, да, и мне показалось это смешным, интересным, да. Ну, уже, я не знаю, чуть ли еще, ну, практически уже месяц прошел, друзья. Вот, то есть сейчас, может, мне уже не так интересно будет смотреть, потому что надо все-таки, просто в тот день возможности не было, я даже не дома был. Но вообще надо реакцию делать, вот, когда вот припрет, да, то есть когда есть настроение, когда есть какой-то вайб, да, подобный для реакции. Но, anyway, да, все равно, мне интересно посмотреть, как это было. Не знаю, хотелось бы посмеяться над собой, но я в таком более сегодня серьезном настроении, поэтому думаю, что я просто вот рука-лицо будет, да, хотя почему бы над собой не посмеяться. В общем, не знаю, как это получится, эмоции я наигрывать там не буду, просто буду побольше немножко эмоционален там, ну, в плане, то есть, не буду уж так скрывать эмоции, если они у меня внутри какие-то есть, да, но я с серьезным лицом сижу, то я немножко их как бы продемонстрирую, да, ну, не больше. То есть, а в основном я наигрывать реакцию не собираюсь, ну, чтоб, если уж совсем уж плохо будет, там, скучно, я вот такой бусей, думаю, блядь, нахуй я это снимал в свое время, на что я надеялся. Нахуй это показываю. То есть, если все в этом плане, то, ну, это уже не реакция будет, да? Но эмоции мы не наигрываем. Так, все, друзья, поехали, первое видео, погнали. Все, скипаю, значит, это изображение. Так, первый, друзья, у нас видос. Сейчас, подождите, это я на монтаже вырежу все. Так. Все, друзья, у нас первый видос, называется... Это стрим, кстати, был, видимо, у меня из-за интернета он закончился, ролик всего 9 минут идет, но название здесь, в принципе, поменено, значит, я потом его переименовал, и когда стрим начинался, название немножко другое было, потому что, как этот видеоролик звучит? Стрим, четвертая часть, Сталкер, Темное Братство, Проклятая Зона. А, я же здесь, блин, это... столичную, это херачил водку. Мы сегодня посмотрим, наверное, этот видос, нарезочку эту, она небольшая. Михаил взорвался, называется. Михаил взорвался. Так, хорошо. Михаил взорвался. 23 просмотра, трансляция закончилась 5 лет назад. Давайте отмотаю. Я, кстати, друзья, думал почему-то... Ну, у меня с 16-го года канал, но я почему-то думал, все вот эти стримы, они в 17-м году вовсю летели, а я там посмотрел, у меня стримы-то только в 18-м году начались, ко мне уже 18 лет было. Странно. Вот видите, везде 18-й год, а это первые стримы почти.
Ну, на YouTube я же еще... Ну, в 17-м, видимо, я на Twitch стримил, да. Потому что у меня YouTube в бане был. Ну, короче, 7 марта 2018 года. YouTube говорит, 5 лет прошло. Поехали, друзья, посмотрим. Ключевое слово здесь — Михаил взорвался. Ну, давайте посмотрим, как я... Вообще, что было 5 лет назад. Так. А, я думал, это у меня сейчас с микрофоном что-то случилось. Я думал, перепад чувствительности у микрофона случился. Потому что я вроде просто развернул экран и не нажимал еще включить, и ничего не понял. А это уже видос пошел. Ну ладно, все, слушаем, смотрим. Там, в принципе, должно быть громко. Я даже микрофон чуть отдалю. Поехали. У меня работа. Да нет, друзья, смешно. Почему я так начал? Я же в то время, да. Ну нет, может, какие-то алкостримчики такие были, контент-то навалить, но это вряд ли я пьяный записывал, потому что, ну, все равно мне было всего 18 лет, как бы. Это единичные случаи были, когда я мог там немножко пива купить, как бы, и сходить с ума. То есть тут я 100% трезвый. У меня не работает. А что, какие-то лаги, может? Откуда лаги? Я точно сам себя смотрю? Блять, уже скажут, эмоции наигрываю. Просто я такой серьезный сидел, но реально немножко прикольно стало. Ладно, давайте уж воздержусь от эмоций. Откуда лаги взялись? Я за буйки заплыл. Это откуда, блядь? Шо? Это шо? Это что? Сука! Почему такой воинственный настрой? Еще видео не успело начаться. Так, подожди. Четвертое. Может, до этого уже... Наверное, до этого уже был стрим. Меня подвел на интернет, и я снова включился. Но это трансляция, это не видео. Но она 9 минут идет, значит, то, тоже я не просто сам... Не сам вырубил, а тоже интернет или что пропал. Ну, я догадываюсь. Может, это уже как бы на... Ну, то есть... Я-то подумал, что все вот так вот началось, а тут, может, до этого еще я контент делал. Может, там час третья была, потом я резко четвертую сразу включил. Ну, знаете, интернет же, если пропадает, новая трансляция начинается, вот. То есть, может, это не совсем сначала, потому что если я просто включил трансляцию на таком кураже, это реально смешно. Ну, друзья, ладно, продолжаем. Откуда лаги взялись? Мразь! Сука! Ебанутый, блядь! Сука! Завис, блядь! Ебан, блядь! Сука. Ладно, я последний раз отключусь, прервусь. Чё-то я думал, реально я буду без эмоций смотреть, но эмоции есть. Реально, не зря я сегодня реакции. Потому что я думал, может, реально не то настроение для реакции, но нет. То, это реально смешно. Посмотрим, что дальше будет, конечно. Если будет одно и то же, то уже смысла смеяться на не будет. Ну, посмотрим, но пока угарно. Блять, он работает? Нет. Чё-то как-то, блять, подтормаживаешь. Ну, кстати, вот когда во многих модах, даже особенно если у вас там компьютер, да, вот не топовый, ну, слабенький, там, не знаю, то есть всегда вот почему-то на локации бар вот лаги происходят, фризы происходят, да. Ну, то есть я это заметил, либо это у меня только так было, не знаю. Ну, в общем, пока мы видим лаги и пока видим, что я тут немножко бушую. Посмотрим, что будет дальше. Что ли? Всего-то битрейт увеличил. Битрейт увеличил. Ну еще кое-что, чтоб нормально все. Мне кажется, еще кое-что. Не запустился как-то по левому. Ну пидорас, бля. Сука, у меня ОБС заглючил. Такого не должно быть, как сейчас. Кстати, вот там много вот можно нарезок пересмотреть. А, да, я забыл озвучить, что я вообще по этому контенту хотел сделать стрим. Но, друзья, знаете, кому интересно, тот и видос посмотрит, да, потому что сейчас, ну, как-то не хочется стрим делать, да. А кому надо, тот и видос посмотрит. Вообще пофиг. То есть делаю серии. Просто у меня там много вообще контента я хотел пересмотреть, но можно, знаете, несколько частей сделать, и это будет правильно. Там часть первая, часть вторая. То есть, да, и у меня в тот момент времени действительно были всякие проблемы разного рода. То есть могло просто что-то ОБС тут же зависнуть, сломаться. Сейчас уже такого я даже не знаю, как
что сделать надо, чтобы там ОБС сломался, да? Но раньше у меня там такие проблемы были, то есть, и игра вот в таком квадратике запускалась, то есть... Ну, то есть, я не знаю, и везде нарезки есть, как я бомбил. То есть, вот в то время, реально, вот. Вот сейчас у меня, видимо, новый компьютер, хороший монитор 2К, да? А вот в то время, когда я играл еще на квадратном мониторе, когда у меня еще ОБС какой-то чуть ли не первой версии был, то, возможно, ну, там вот действительно... Там реально... Это было веселое, друзья, время. Мразь, блядь. Тормозит, сука. Не должно так... Ну, написано, Михаил взорвался, но я пока взрыва не вижу. Какого быть, блядь? Хуета, блядь. Хуета. Чё за гондон-то, блядь, такой, блядь? Уёбок нахуй. Сука! Блядь, охуевший! Гондон! Ну ты тормозишь, блядь! Сука. Так надо потише быть. Ты пидорас охуел, что ли? Я сейчас еще нахуй карту разгоню. Карту разгоню! Блядь, это реально, почему я думал, что это в 17 году происходило? 2018 год, у меня видеокарта была, я не помню какая. Там даже, я не знаю, там вентилятора, может, даже не было, затычка такая. Nvidia-ская, ну короче, там от видеокарты одно название, там даже вентилятор какой-то, ну вот один был, и то, ну короче, это даже не карта, я даже название не помню, таких и не существует. Это даже не 10, там 20 или какие там есть, ну которые до 1050 выходили, то есть это даже не видеокарта была, и вы слышали, я сейчас карту разгоню, я реально карту разгонял, и потом, короче, она даже артефактами сыпалась, было дело. Ну, короче, там какой-то движ вообще был, я уже те времена забыл. Вроде не так много времени прошло, но знаешь, когда ты молодой, вот, и проходит 5 лет, ты сильно меняешься. Вот можешь после 40, после 30 уже 5 лет, как бы, за 5 лет особо ничего в жизни не происходит, но... Когда ты молодой, 5 лет вот решает. Это моя молодость, мое взросление было, грубо говоря. То есть сейчас карту разгоню. Карту разгоню. Карту разгоню. Там разгонять нечего, там вот... Чтоб ёбнуло тебя, блядь, током нахуй. Видеокарту, блядь? Блядь, за кадром, видимо, разгоняю карту, там слышно. Да, нажимай! Сука. Сука, говно какое, мне что, перезапускать все это дело? Тормозит он, сука. Ну вот сейчас смешно, но его тогда мне не было смешно. Я даже вряд ли это для контента вот так орал. Это действительно меня тогда все с ума свело и заебало, потому что там реально вот что ни стрим, там проблема на проблеме была. Это вот как я сейчас не понимаю, как на ровном месте может проблема возникнуть, так и в то время люди тоже этого не понимали, поэтому когда я там гуглил проблемы, такого даже в интернете не было. То есть у меня вот... Ну, все стримили, как я сейчас стримлю, ну, максимум, может, там, интернет пропасть, там, не знаю, какая еще, может, проблема, ну, вот и все, в принципе. А вот на тот момент времени реально, то есть, так же люди стримили, как я сейчас, без проблем, а у меня какой-то пиздец случался, я пытался гуглить, а информации нет. То есть, именно из-за этого я так тут матом ору, я даже вряд ли контент на этом пытался сделать, а, скорее всего, просто... ну, ты уже был настолько психика расшатана этими стримами. Сука, блядь. Которые не запускались постоянно. У меня была такая проблема, это, блядь, надо комп перезагружать. Я не знаю, в чем проблема. Нахуй на 600. Вот нахуй на 600, блядь. Карту нахуй. Работай, на... блядь. Карту разгоняет. Не будешь работать, я тебе... Работай, я тобой кожу. О, украинская мова пошла. Бухлина ебаная. Кто? Кто? Ты на ёбаная. Я тобой кожу. Кожу? Вафлина ёбаная. Кто Вафлина, блядь? А это Вафлист типа или чё? Вафлина, блядь. Чтоб ты сгорела, но работала, ты. Чтоб всё рубило, блядь. Что ты тормозишь? Пидорас! Я сначала подумал, что это лаги из-за того, что ну комп слабенький, и тут как бы тяжелая локация, вот это тут всегда фризит. Ну, у кого компьютеры такие не мощные. Но тут, походу, реально так работать не должно, раз у меня такая реакция. Тут вот реально до этого, видимо, плавно все было. Ну, кстати, вот я даже на лаги-то внимания не обращаю, в принципе, смотреть можно, да, но на тот момент времени все равно, видимо, мне хотелось качество более, чтобы оно более классное, что ли, было.
Ну, поехали, короче. Досмотрим сейчас уже. Тут суть-то понятна. Просто написано, Михаил взорвался, а вот взрыва-то пока нету. Просто возмущение. Ну, давайте все, сейчас я уже не буду каждую секунду выключаться. Уже будем смотреть и угорать. В принципе, тут понятно, в чем дело. То есть, как-то запустилось так, что до этого я стримил, ничего не лагало, а тут я запустил стрим, и одни лаги, блядь. Вот я и негодую. Я не могу, блядь, на это смотреть. Твоя звук прибавит. У меня была такая проблема, то надо перезапускать все. Это баг. Даже в игру перезайду не поможет. Это баг ОБС или самого компа, я не знаю. Самого компа. Баг компа. Сука, баг компа. Чё ты тормозишь, блядь, я тебя спросил? Ну-ка, надо звук почистить. Сука! Гандон, блядь, электронный, блядь! Гандон электронный! Блядь, да ёбаный в рот, не тормози, сука, ёбаная, блядь! У меня время нихуя нету, блядь! Сука. Ты как придурка, блядь! Еще затестить надо, блядь, как с пикселизацией, блядь, дела обстоят. Ебанутый. Ну, у меня там все кубиками было как-то тоже. Видимо, битрейт был маленький или чё. Но сейчас тоже, ну сейчас такой проблемы уже особо нету. Ой, блядь. Это затишье перед бурей сейчас? Бля! Да нахуй ты нужен, как хуй на ужин, бля! Я тут как дебил уже себя чувствую. Ору хуйню всякую. За гандона, бля! Да ты же загружаться, что ли? Дебилизм такого не должно быть. Это как ни крути, такого не должно быть. То есть на 10 раз покрути, такого не должно, блядь, быть. Сука. Да блядь, сука, да мне все вырубать, что надо? Меня не забанили еще. Из-за этого пидора сейчас включать трансляцию, выключать, перезапускать, включать по 10 раз. За меня забанят, блядь. Ну ты охуел, что ли? Да, кстати, вот как-то так же вот мне страйк кинули за то, что я просто написал там стримлю сталкера, а транслировал там черный экран, или как я ОБС настраиваю, что-то у меня тоже все лагало. И мне реально страйк прилетел. Скорее всего, это ошибка, блядь, но... Тут как бы слова про бан, это не про возрастные какие-то ограничения, там ничего, потому что тут ничего не происходит, он чувак просто матерится, да? Вот. Но как бы слова про бан здесь обоснованы, там действительно в то время мог пиздец происходить. Тупо, блядь, страйки прилетали, вот, друзья, страйки. Знаете, что такое страйк? Это что-то чуть ли не 6 месяцев стримить нельзя, или 3 месяца, блядь. Мне чуть ли не 6 было нельзя стримить месяцев. А потом еще, когда страйк сняли, я еще 2 месяца ждал, пока стримить возможность появится, потому что там система долго подгружалась у меня. Я уже думал, все, надо канал менять, а для этого второй ты и создал, блядь, потом мне не нужен стал. Сука, блядь, дебил нахуй. Он загрузился, что ли, не так, или что? У меня проблема такая была, что он тормозит, как сволочь. Тормозит, как сволочь. Компьютер сделал. В этом ни мод не виноват, ни что, я не знаю, может... Блин, интернет тебе нужен, блядь, и компьютер нормальный. Причем, ну интернет-то, конечно, не причем. Причем тут интернет, у меня игра тормозит. Комп, значит, меняй, хули. Блядь, как ты заебал, блядь. Не, я ору не потому, что у меня мод, я еще раз повторюсь, с лагами запустился, а потому что до этого я стримил, ни одного лага не было, как бы. Вот из-за этого я ору. Сука! Будут еще взрывы? Ну пока зачищай перед бурей. Ману копит. Сейчас орать начнет. Не? Ману копит или успокоился? Ультанет, не ультанет? Тормозишь так, говно, сука, ёба. А он плачет уже там? Ты охуел, что ли? Да, блядь. Блядь! Ты не тормози! Все, все, ультанул. Ману накопил. Бля, чувак, если... Я разъебать нахуй, за. Блядь, я уже по всхлипыванию, вот по этому... Точнее...
Уже слышу, что там опять ультанет кое-кто. Чувак, блядь, если орать на комп, как бы лаги не пропадут, блядь. Заверши трансляцию, попробуй устранить проблему, да, если она на программном уровне. Если нет, ну, блядь, ну тут только комп, ну, другой нужен, и там оптимизация компа, не знаю, ну, много вариантов решений. Ну, блядь, просто нахуй орать. Не, ну это мне сейчас смешно, конечно, тогда-то, блядь. Действительно, блядь. Да я говорю, вроде, и по моим воспоминаниям, вроде до этого все работало отлично, ну плюс-минус. Вот, а тут я запускаюсь, блядь, и лаги, то есть ни с того, ни с сего. То есть я, меня вот это с ума-то свело. То есть, если бы просто игра тормозила, это одно, а до этого, сколько я там стримов проводил, нормально все было. Ладно, поехали, сейчас минус уши, наверное, будут, потому что... Ой. Тебя разъебать нахуй, за? Тебя разъебать, я спросил! Разъебать! Сука, нахуй. Пизду. Бля, что-то происходит. Тормози, блядь. Блядь, там стол пострадал у чувака. Там наушники пострадали. Ебать. Вот это чувак отчаялся. Это все получается, или опять затишье перед бурей? Ультанет, не ультанет? Или все, успокоился уже? Ну, блядь, видос еще где-то минуту с чем-то идет. Ну, две там, не знаю. Ну, меньше 2 минут осталось. Я специально не буду проматывать, но мне кажется, уже все закончилось. Но я таким стримером был. То есть, можно предположить, что просто ману копят. Сейчас ультанет, блядь. Там уже что-то с микрофоном случилось. Он уже там, блядь, под последние хрипы у микрофона, блядь. Там стол нахуй пострадал, блядь. Там все об стену, видимо, полетело. Ладно, я промотаю, скорее всего, тут уже все. Так, я свой стрим пересматриваю. А не за кадром ору. А, во-во, вернулся. Сейчас просто стримов нет, скорее всего. Я думал, в начале интернет там. А еще что, он плюет там, что ли, или что он там делает? Он плюнул на... Он плюнул на комп! Вслушайтесь. Гандон! Ну, уходишь из зоны. Бля, эпично. Под звуки. Последние слова были гандон. Все. На этом и закончилось. Ой, так, это я вырежу. Так, друзья, времени немного. Я потом подыщу более длинные нарезки. Они более ебанутые, блять. Я такой контент осуждаю. Но я не жалею, что он есть. Потому что это кринж-пиздец артхаус. И почему бы и нет. Но если там без насилия, там без крови, там, я не знаю, без унижений, там, людей, там просто вот чувак, да, я за себя говорю, там сидит, там матерится, там штаны снимает, там что-нибудь, там, знает, штанами об стену колотит. Ну, понятно, это дурдом, блядь, но это какой-то добрый дурдом, да, если это за рамки какой-то не выходит вот этой вот комнаты, да, стримерской студии. У меня таких... контентов много, да, то есть это кринж, конечно, скажут дебил, но слушайте, ну хотя бы добрый дебил, да, ну просто есть намного ужаснее контенты на ютубе, блядь, так что такие ролики я на них тоже отреагирую, но там я уже, мне кажется, буду больше кринжевать, чем смеяться, и там мне действительно будет стыдно, потому что есть ролики, ну вообще, в них вроде ничего не происходит, но настолько это все... Такая подача отобранная, наигранная, я ж там еще где-то наигрывал, блядь. Что, в натуре складывается впечатление, что у человека не все дома. Вот честно. Вот. Тем более я еще там вот на ютубе нашел человека, да, вот, который реально страдает там условно, там, несколькими там психическими заболеваниями, да. Вот, я его еще смотрел часами, да, вот так. Ну, мне интересно было, и его еще модель поведения копировал и проецировал себе. Ну, как-то одно время, недолго, вот. То есть, ну, отыграл я там вообще отменно, да.
Потому что вот, вот потом мы пореагируем на эти ролики, да? Там вот реально может сложиться впечатление, что у чувака проблемы с башкой. Но это все там было наиграно. Хотя где-то я и пьяный реально. Но я всегда себя контролировал, просто давал волю эмоциям, да. Я не говорю, что у меня там постановочные контенты, да, постановочные нарезки, да. То есть, понятно, я с ума сходил, да, понятно, я осознавал там, что я делаю, понятно, я осознавал, что я там жопу показываю в прямом эфире. Но это уже давно такого не было, это 5 лет назад было, 4 года назад, не знаю, 2018 год. Вот, блядь. Ну, то есть, как бы... Посмотреть-то смешно, но мне кажется, что-то мне стыдно немного будет. Но это уже в следующем ролике. А сейчас, друзья, я вам просто нарезочку покажу. Там есть полный стрим. Мы, наверное, сейчас просто посмотрим нарезку. И это будет сейчас музыкальная пауза, да, чтобы вы немножко выдохнули с прошлой реакции, да, немножко выдохнули. И сейчас будет небольшая музыкальная пауза. В общем, и мы еще стрим посмотрим, там тайм-коды есть, я просто тайм-коды полистаю и все. Ну а пока посмотрим именно нарезочку, но она музыкальная вот именно там. Не как все происходило, а вот именно музыкальная. Так, поехали. Так, друзья, вот она, эта нарезка, у меня тут плейлист целый есть. Это, кстати, новая уже нарезка. Ну тут я просто нажрался, там прикалывался как бы. Блять, ладно, нахуй это палю. Короче, это, вот она. Тоже 5 лет назад. Почему-то я думал, что вот этот движ 17 лет я делал. А, видимо, 18. Да, короче, мне уже плюс-минус... Ну, короче, исполнилось 18 уже. Я пошел, купил водку столичную. Не помню, 0,5 вроде. И просто ее без закуски, без всего, с горла вот так хуярил, блядь. Пиздец, я сейчас... Вот это только русский мужик так сможет, да. Ну, короче, вы поняли. Вот, вот сейчас я, мне кажется, так уже не смогу. Я переблююсь, блядь. Ну, честно. Даже если закуску там за пивом подготовить, нет. А тогда мне похуй было, я просто включил стрим и из горла хуярило, блядь. Ну, вы сейчас все увидите. Но это просто я там... Я еще музыку в то время не делал. Я вообще к музыке там года два назад пришел, условно, да? Или 2,5. Вот, а тогда я даже музыкой не занимался. Я просто какую-то хуйню нес. Ну, вот, тут и написано. Сталкер, топ фристайл из прошлого стрима. Бухой Михас рвет бит 140 ppm. Вот, я просто там, короче, хуйню нес. А потом наложил это под бит. В то время еще Версус был популярный, если я не ошибаюсь. Ну, уже затухал, может, немножко. Но все равно обороты были, да. Вот. И ставил просто вот эти из-под Версуса биты. Если я не ошибаюсь, и, короче, так вот там, я же даже там не корректировал подбит, ничего, я просто вот вставил, и там вот так вот это подбит легло. Ну, профессионал скажет, что, конечно, хуйня, но, понимаете, ну, вышло неплохо, с учетом того, что я даже музыкой в то время не занимался, просто вот вставил бит под видос, и все, то есть даже акапеллу там вот эту не разбивал, там, знаете, как музыку делают, там, под бит, чтобы она звучала, вот эти аудиодорожки не совмещал, просто наложил, и это уже смешно звучит. В общем, сейчас мы такой этот видос посмотрим, где я водку столичную с горла хуярил, да, это легендарные моменты. Друзья, это легендарные моменты. Так, сталкер топ пристал из прошлого стрима, давай посмотрим. Мне, конечно, сейчас стыдно будет, потому что я такую хуйню нес. Бля, ну я почему-то думал, блядь, что это в 17 лет делал. Когда я узнал, что мне 18 было, немножко... Ну да, 18 год, мне 18 лет было. Даже 18 там с чем-то. Я 2000 года рождения, считайте, там 17 января. Короче, уже почти 18 с половинкой мне было, я так чудил, охуеть. Кто-то мне 5 лет назад написал MC Хованский, курит в сторонке, не сарказм. Я не помню, кто это писал. 73-й год у чувака написано. Чё, серьезно, у меня такая аудитория смотрела. А чё она нашла-то? Может, просто угорала? Сейчас человеку 50 лет уже. Вроде как. Ну, если действительно чувак 73-го года. Ну, это вряд ли. Ладно. Так, друзья, поехали. Я сейчас... У меня сейчас один вариант. Это переключиться на игру Сталкер. Микрофон был. Хуйню получить, артефакт забвения. Но я не знаю, как это сделать, честно. И мне кажется, я просто на это покину вас. Я просто уйду. Я просто съебусь. Я просто уйду, сейчас что-нибудь делать. Какой я молодой. Кухне пожру. А вы меня не увидите больше никак. Ведь я уже все, я в говно, я никак. Я буду спать сейчас 3 часа.
Почему 3 часа? Потому что у меня есть дела. Я сейчас не в состоянии понять, как мне этот артефакт искать. Я рэп игрой говорю, но все-таки я думаю, что мне, что кто-нибудь скажет, я тебе помогу. Короче, вот эта рэпчитка, я, короче, слушаю один текст. Мне кто-нибудь поможет или нет? Вот если не сложно, на самом деле, меня вроде смотрят сейчас люди. Даже вот хоть и там Серега, вот хоть близкие, все равно вы люди. Короче, найдите мне, пожалуйста, сталкер Темное Братство, как найти артефакт забвения, и напишите мне в чате об этом, пожалуйста. Я на самом деле не знаю, как мне его искать. Я вроде все лабораторию обегал, да, мне не наплевать, но я не знаю, как этот артефакт найти, я не знаю, куда мне уйти, я не знаю, что мне поискать, я не знаю, что мне посмотреть. Я только вижу уже задание, найти артефакт забвения. Это элита, брат, правильно, но я не знаю, как заполучить это. Я попить пошел. Да, я скажу, у меня от доната крышу сорвало. Для 18-го года прикольно. Я кричу. Ну, чисто вот так такой стримчик посмотреть. Я за буйки заплываю, но все-таки мне донаты полетят, я это знаю, но это шутка. Если меня спалишь, что я под столичной. Столичная — это круто, но не себе. Короче, ладно. Какой я молодой пиздец, 18 лет, сейчас уже 18 лет такие богатыри. Умной походкой иду я за водкой. Нет! Че ты смотришь на меня? Ты че, зритель мой? Ну-ка подпишись на канал, поставь лайк и закинь донатик, любимый мой. Какие рифмы и панчи. Хорошо, я понял тебя. Молодец, браво, спасибо, ёб. Охуительно. Я читаю лучше, чем ты. И это восхитительно. Сейчас будет фристайл от меня, от сталкера Михаила. Я в зоне отчуждения. Тебя моя пуля убила. Слушай, посмотри, как я играю в сталкер. Ты офигеешь, потому что я кровососов стреляю так, как ты не умеешь. Я бегу, я вижу экран, я вижу игру, я куда-то бегу, но не понимаю, что я делаю, это фристайл. Я чисто наслаждаюсь рэпом и жду, блядь, когда я столичную буду из горла ебашить. Это в нарезке будет. Это фристайл, 1, 2, 3, 4, 5. Я сейчас просто бегу и не знаю, что мне понять. Я просто бегу, хочу найти артефакт. Он называется забвение, но извините, у меня на это есть собственное мнение. Я фристайлер номер один в России, Паша Техник, вызываю тебя на батл. Ты сегодня придешь ко мне, и я тебя зафристайлю. Тебе понравится, браза, я тебе отвечаю. АК-47, я знал таких кентов, я на них вырос, я не спорю, но они для меня сейчас никто. Йо, это сейчас фристайлят сталкер из зоны отчуждения под бункером Монолита. Слушай, как читает элита. Motherfucker, йо, бич. О, поехала. Ну это... Я с ума сошел, честно. Так, я не знаю, сохраняться ли мне или нет, потому что я не знаю, есть ли тут проход или нет. Вот смотри, тут какой-то монолитовец стал, ладно, шучу, тут местница, но почему-то я не могу здесь никак не пролезть, как будто я какая-то кузнецница. Ладно, давайте послушаем этот крючок. Вот тут какой-то монолитовец встречает, я хочу его перепрыгнуть, у меня не получается что. Ну ладно, я сейчас приму вторую попытку. Я его не перепрыгнул, что за фигня? Вы, ты как корыто тут встал, я не могу тебя перепрыгнуть, я тебе банал стал. Я не хочется сильно представить эту фигню, но я тебя перепрыгнул, и ты для меня запостишь эту хуйню в инстаграм, чтобы я потом тебя нашел, и ты сталкер, ты монолитовец такой, давай я твой фейс зафристайлю, чтобы ты видел, что кто я такой. Знаю, я тебе скажу, я сталкер, я рэпер. Ну, рэпер я какой, я просто в зоне отчуждения сейчас, и мне нужно найти артефакт забвения, но я не знаю, как. Бля, это сделать. Бля, он уже с ума меня свел этим артефактом, блядь. Ничего я несу, блядь. О, поехала, как глотает. Смотри, как глотает водку нахуй из горла, ебать! Я не смогу так, я сейчас уже не смогу, ебать! Я отсюда пришел, я сюда не надо. Охуеть, я, блядь, здоровье вот было. Сыковой. А я же, вот я, Ай, ужла, я за... Ой, я голосовался, блядь. Столичная зарешала. Уже на этом языке заговорил эльфийском. Кто я, бывает, я ужу. Я что, небрежный? Этот кровосос должен быть от моей пули погибнут! Ты шо? Ты охерела лошадь, что ли? И вот этого кровососа, блять, я должен был сам уебать! Ты! Ты хули его убьет, ты пидорас! Ну мы на ютубе, но блять! Шапка ёбаный в рот! Ёбаный в рот, фотка упала! Ебать, мой хуй собачьей жопой, блять! У меня тогда еще собаки не было. Водка упала, блять! Сука! Я не ебу вообще, что происходит. Я, честно сказать, я нажрался. Я сталкер, который живет 0.5 столичный. Я, если честно, поплыл. Уже еще давно. Васазы меги, блядь! Печенеги! На Русь, матушку, нападали, я всех разъебу! Эшка! Бля, ну это 18-й год, если что. Матушку нападали, я всех разъебу! Эшкаре! Я фристайлер номер один, я сделаю ваш рэп, если он будет мне необходим. Я густрайтер, давайте кидайте мне ВК,
Бабушкин Михаил, а... Бля, какая шапка еще, сука, блядь. Бля, я в ахуе. А пока кидайте свои тексты, я их это самое, чтоб потом я вам выдал тексты, вы наверху... Кстати, вебка та же самая осталась. Батл выступили, это самое. У вас будет лучший текст, у вас будет лучший кинты. Но почему игрового времени у меня опять 22.3? Ну 22.48, это ладно, ничего не значит. Почему я опять сижу, почему это неоднозначно? У меня есть бутыль столичный, это охуенно, блин. Че вебка так зависла, контента не вывезла. Это уникальный, сразу, фраза. Это motherfucking Royal G. Ты думал, что я просто тут сижу? Да я просто похуй, я просто тебя не контролирую. Да, мне будет стыдно в понедельник, но блять, ребята, не заходите, кто меня знает. Я просто хочу посидеть как долбоёб за этой партой. Вот так вот молчать, сидеть как долбоёбаный гусь. Но на самом деле я, блять, лучше фейса, я ебашу. И я ебу чёлок больше, чем у него. Ты понимаешь, что это такое? Ты понимаешь, что это двое? Ты понимаешь, что я сейчас иду к Сахарову, и меня жрет радиация? Мне надо съесть аптечку научную. Блять, ешь! Все, нормально все, а то я думал, у меня сейчас сожрет таблетка какая-то, и мне не будет это... Бля, ебать, сталкер Михаил суету наводил в 2018 году, блядь. Даже радиация его не убила, блядь, бухой, но... Бля, как нахуй, блядь, антирад я использовал, блядь? Я и так водку ебашу, какая радиация, блядь, ее в априори не должно быть. Похуй, просто это разъебаемо. Ты знаешь Пашу Техник? Я знаю Пашу Техник. Но я знаю Пашу Техник. Я его ебал в туалете на зоне. Бля, пиздец, осуждаю. В 71-й камере, как в бараке там это было. Блядь, аномалия. Давай не заплывай, не заплывай за блоки. Я тебе знаю, что это было. Я иду к обочине, я иду к окраине. Я знаю, сука, что ты меня за урода считаешь. Но я иду к обочине, я иду к окраине. Пиздец, ты знаешь, сука, что я сейчас... Суета, сидит, суета! Яйца. Парень, ты, блядь, знаешь, что сейчас еще шести нет? А у меня стрим до 9, а я в говно таки нет. Ну мы сейчас, надеюсь, я поиграем в сталки, чтоб этого хуйни не было. Я сделаю это как-то в ахуе. У меня стрим идет или нет, я не знаю. Сейчас я отвечу на сообщение и вам опять тут зачитаю. У меня стул сломался, у меня вот хуйня какая-то вылетает. Но это похуй, это из-за вас, пидоры, сука, мрази, блять. Раунд. Ебать, смотри, как заглатывает. Ну водку, блять. А, все что ли? Блять, я уже... Это все, да. Блять, у меня следующее видео, Золотой Босс 2, топ-момент из бухла стрима. Блять, топ-нервы. Это мы как-нибудь тоже посмотрим. Ладно, друзья, давайте я сохраню запись. Ну, мне кажется, еще можно какой-нибудь видосик посмотреть небольшой. На минут 15 хотя бы. Вот, сейчас еще что-нибудь поищу, посмотрим. Короче, друзья, хотел немножко другого рода нарезку посмотреть. Про сталкер, но чтоб разнообразить наш сегодняшний выпуск... Ой, у меня даже картинка не включена. Да, уже плевать, что я уже это... Ну, короче, чтоб разнообразить наш сегодняшний выпуск, смотрите, что нашел я прямо сейчас, без каких-либо предисловий уже включу, наверное. Поехали тогда в YouTube, запись идет. Как раз 7 минут всего идет. Называется «Мишан играет в GTA 4, топ-нарезка 4 года назад», блин. Суета. Это 18-й год. А, так это 18-й год. Мы же сегодня 18-й год смотрим. Да, просто уже 15 ноября. Но это по-прежнему 18-й год. Так что, друзья, под наш контент подходит. Мишан играет в GTA 4 топ-нарезка. Давай чекнем. Не знаю, но там вроде тоже ебейший пиздец, но мы чекнем. Так, ну погнали тогда. Все, на 7 минут идет, погнали. Блин, GTA 4 легенда, друзья. Чё так сразу контент пошёл? I'm gangster. I want to. Я гангстер, я хочу. Пойти в Liberty City. Big town, big opportunities, crimes and other fucking bullshit. Let's go, guys, let's make it. Нифига себе англичанин. Вот наш главный герой. Ну все, наверное, в GTA 4 играли. Ебать, он худой. Из одного говна мы приехали в другое. Ника развивался. На дошек шкала доната. 100 рублей. 300. Позлиться, смотри. Где ты за 300 рублей дошка нашел? Местную забегаловку заходим. Так. What's up, girl? What's up? I want it. Let's give me a... Что бы было в трех словах, если бы я в Америку приехал? Pepsi and... I don't know. Fuck this shit. Let's go me burger. Yeah, one burger. Come on, piece of shit. Where is my burger?
Where is my burger, bitch? Брум-бум-бум. Let's go. Чики-чики-тай. What's up, man? Check it up now. Tell me one and fucking mad is fucking real shit. Ай, чики-чики-чики-чики-тай. Роман, мы приехали. Тай. Аманду. Распуру. Ретофика на нас, ну ка на куру. Бля, ебать на веселе. Alright, man. Окей. Ебать, я счастливый в то время был. Сейчас уже так и пьяный не исполняешь. Блять, чуть микрофон не упал. Alright, Roman, let's get out. Get out. Okay. Okay, man. Jump in my car and let's go. Yeah. Jump in my car. Fucked up! Roman, you stupid fucking rat. За нами бандюки гонятся, все, погоня из 90-х. Давай что... твою говно разгонятся хоть до 100 миль в час. На чё музыку было добавить сюда? I'm so sorry. Да, бандюку вроде оторвали. 7 человек смотрят. Ребята. Нихуя себе популярный был. Спасибо. Ты что? Теперь все звезды, а теперь все звезды. А последнего дня, то быть с тобою. Как радио выключить? Блять, I'm so sorry, Roman. Блять, чепуха пьяная. Приехал из дерьма в говно. Что ты щит говоришь? Я профессионал своего дела, ёпты. Ты что нахуй? Ты что, блядь? Ты что? Ты что такой? Ты умный самый? Подожди, я паскуду хочу удать. Паскуд! Ты что? Ты что, Вася? Ты перепутала, что ли? Как пизде посигналить? Я не могу. Пизде посигналить. Шлюхи ёбаные, садитесь в тачку, блядь. Ты что нахуй? Ну, написано посигнальте, типа, тут было, чтоб... Ну, давай, перемотаю, чё. Посигнальте, чтоб привлечь внимание девушек. Как пизде посигналить? Садитесь в тачку, блядь. Ты что нахуй? А, вот, всё. Не пьёшь сегодня? Да нет, конечно, я же не это самое. По поведению видно, Вы, враги! Сука, блядь. Motherfucking real, че? Бля, ну чё, охоту ебашит? Чё это за пивас красный? Чё, бля, двери не открываются. Я... You администратор? For sure I want to play bowling. Let's go. Свободная дорожка, ну давай вот эту. Why not? Why not? Чтоб... Какой... Как мне, блядь... Ебашить-то я не понимаю. Вот как думаете, вот настолько пьяный сталкер Михаил способен страйк выбить? Вот сейчас мы это и проверим. Блять! Ебать, я не знаю, что я сделал. Блять, надеюсь, хоть три кегли собью. Ты напился, ну бывает. It's address for Mallory. Mallory. I think Mallory. Mallory. One, I meet you one subs and no. Bye. You strike, motherfucker! Ебать, возбудился ты, ну, нахуй. Ты играть, что ли? Блядь, я бухой. GTA 4, ты серьезно? Я бухой. Какой, блядь, в боулинг играть? Я нихуя не понимаю, что происходит. Я не понимаю, где... Strike, motherfucking real G! I'm the winner this game! Вот так вот мышкой тихонько, блядь, и давай страйк, давай. Я хочу эту козу ебучую, страйк! Блядь, это страйк реально, блядь, пацаны. Ну это не вам. Короче, это. Друзья, можете у меня уроки по боулингу, если что, взять. Я вам секретный рецепт расскажу, зелье. Видите, вот я тут выпил, вы думаете пиво, а на самом деле нет, это было зелье для того, чтобы... Сколько? 3 страйка подряд уже? Это. Я, кстати, вот до этого момента вот проспойлерю... Ой, я, ебать, еще не качки надел. До этого момента вообще в GTA 4 чуть ли страйки не выбивал. Вот это вот Миллари или как его зовут? Мэри. Ты не говори, сейчас четвертый будет. Nico Bellic, you ready for this shit? You ready to game the shit? Nico Bellic, I... Блять, не страйк. Спать. Я перебухал все, но бывает. Блять, тупо туса после боулинга. Чепуха, блять. Ты, блять, скажи, кто здесь нахуй.
Блять, но видос еще не заканчивается, значит спать он не ляжет. Вы видите всего мира. На кого печенеги напали в 13 году? Бля, я не знаю, что я несу. Если что, осуждаю заранее. На легавые напали. Ты пьяный? Нет, я не пьяный, блядь. Ну как ты обо мне мог такое подумать? Я просто устал. Ну, блядь, ну неужто не видно? Ну, ребята, блядь, уже коронная отмазка. Задубали этими вопросами. Пьяный, хуяный, ну я устал. Ну понятно, 3 страйка подряд, блядь. Или 4 выбить, как не устанешь. Да ёбаный в рот, ну нахуя? Блядь, ёбаный в рот. Сука, я, блядь. Я не вижу, блядь. Я внизу, ну все, опять эльфийский язык пошел. Видимо, с зельем переборщил. Сука. Пиздец, водитель, нахуй. А сейчас смотрит, типа, куда я, блин, врезался. Все, что ли? А, бонус есть, фух. Блять, я как долбоеб тут сижу, сука. Пиздец. Ебать, откуда эта музыка, из универа, что ли? Сука, блять, не работаешь, блять! Тварь ты ебаная! Я так и знал вчера, если это пидорастия, сука, запускаться. Ну вот у меня в то время, видимо, каждый стрим какие-то проблемы были. Не хочешь лучше другую, блядь, игру постримить? Тварь ебучая, нам, блядь. Не запускалась, видимо. Да музыка заиграла, охуенно, нахуй. Видимо, у меня до этого уже игра с масс сводила, видимо, запускаться не хотела или что, я не знаю. Так, ну все, блин, а я думал, как бы это... Ладно, друзья, время уже много. Наверное, на этом закончим. А, вот один из комментов. Блять, это же не то. Давайте... А, мы смотрели про... Нет, комменты про GTA мы не смотрели. А их нету. А нет, 9 комментов, давай почитаем. А я это еще и в прямом эфире смотрел. Класс, 4 года назад. Ну да, это в 18 году. Ха-ха-ха. Жаль, что всего 7 минут. 3.21, ха-ха-ха. Ну-ка, давай еще раз. 3.21, что там было? Бля, вот чего я пил? Ну все, я понял, мы этот момент видели. Типа медведь, скорее всего, пивас. Красный медведь, или как он называется? Ну, белый медведь, только красный. Ну да, видимо, крепкое, блять, я даже не помню, что я такое пиво пил в жизни. Да, да, да. Ну это что-то вроде охоты крепкой или Балтики девятки, скорее всего, раз оно красное. Так, за монолит есть тайм-код. Ну-ка. Блять. За монолит? Сука, в натуре. Так, что там еще есть? Узнаю ответы на свои вопросы. О, вот и Денис. Недавно ко мне на стрим заходил. До сих пор человек меня... Ну, смотрит, не смотрит, но подписан. Недавно на стрим заходил. Дэн, если смотришь, привет тебе большой. Ника злится. А, это в начале было, Ника злится. What the fuck, ХД. Адскал. Мишанная рвет душу. Так, друзья, ну, давайте как-то так получилось. Не знаю, такой формат интересен или нет, но у меня желание есть, в принципе, по крайней мере, еще одну сделать такой выпуск подобный, пересмотреть какие-то старые записи. Вот только я под конец как-то уже реагировал послабже, не знаю, может, подустал уже, может, просто контент менее интересен, чем вот первые мы видосы смотрели. Ну, в общем-то, какая-то такая реакция получилась, мне кажется... Для видоса, в принципе, пойдет, почему бы и нет. Мне кажется, интересно молодость вспомнить. В общем, какие-то такие видосы, друзья, были. Вот какая-то такая реакция. Спасибо всем большое, кто смотрел. Огромное спасибо всем тем, кому видос этот понравится, кто его досмотрел, досмотрит до конца и также поддержит лайком. Это будет очень приятно, да, я просто по лайкам понимаю, кто видос реально смотрел и кто его оценил. В общем, друзья, как-то так, давайте уже заканчивать. В общем, с вами был канал Прохождение с Михаилом, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.